как преодолеть финансовый кризис в Зимбабве с помощью блокчейн-технологий. Об этом будут говорить во время летней школы блокчейн Зимбабве 22 ноября. Организаторами мероприятия выступили компания BitFinance и образовательное учреждение Blockchain Academy, сообщает econotimes.com. Участники конференции будут работать над решением проблем местных предпринимателей, пострадавших в результате кризиса. Обсудят преимущества биткоин и другие аспекты как следствие активного принятия криптовалюты в Африке.